была, наверное, еще с Маричкой. Смотрите, что мы купили сегодня. Давайте распакуем, что же это? Так. Чехол. Интересненько. Посмотрим. Ножницы. Где мои ножницы? Интересно. Мне это напоминает планшет Samsung. А может и нет. Давайте-ка рассматривать. Вот это. А это может быть это и он. А ну покажи коробочку, давай посмотрим, как он так называется. Вот такая вот коробочка белая. Samsung Galaxy Tab A. Вот тут написано. А здесь какие-то передачи. Даже не знаю, что это. Давайте-ка рассмотрим. Открываем. Коробочка нам больше не нужна. Такое впечатление, что это большой iPhone. Да, думаешь? Такое... Как же по нему звонить, по такому большому iPhone? Так, нам тоже здесь... Нет, это не надо резать, открывай. Распаковываем. Вот он. Он отключен сейчас. Что тут к нему еще есть? Инструкция, как им пользоваться и как. Какой-то еще. Специальная зарядка для него. И что можешь? И все. Давайте-ка достанем с чехола все ненужное. Теперь складываем, все лишнее убираем. Складываем. Вот такой вот чехол. И тут даже есть специальная штука, которая можно вот так вот, и он прикреплен. Ну как, вам понравился такой планшет? А давайте попробуем включить, или он не заряжен. Ну попробуй. Не получается, он не зарядится. Нужно поставить на зарядку, да? Хорошо, поставим. Давайте-ка посмотрим. Кажется, по нему можно звонить. Может быть и можно. Отцепляем специальную... Отцепляем ненужное. Ну, идем заряжать. Давайте-ка все лишнее уберем. Идемте. А как же по нему разговаривать? Так. А может быть вот так? Неудобно же никак. Поэтому это планшет. Заряжаем. Ставили. И заряжаем. Ну как, вам понравился мой планшет? Если да, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Пока-пока! Пишите комментарии и не забудьте про это! Пока!